Всем привет, и снова я, снова Зуха. Ну, как вы поняли по названию видоса, дали мне прокрутить сегодня рулетку. И основная задача этой рулетки — выбить скин. Ну, скин прям шикарный, хорошо прорисованный. Очень красивый скин, который я себе думаю тоже буду выбивать. Если вы пришли посмотреть, как я выбиваю МАК-10, то этого здесь не будет, так как на этом аккаунте уже есть легендарный МАК-10. Зачем нам второй? Так что приступаем. И выпадает РПД. Это пазовая пещера. Название, конечно, пещера, из него стрелять или чё? Зачем такие названия вообще придумывать? Ну, скин прям вообще ни о чем, вообще полная безвкусица. Ну, я думаю, для любителей желтого он зайдет. И выпадает нам спорткар, о котором я мечтал в детстве. Да и кого я обманываю, и сейчас тоже мечтаю. Ну, а так скин пойдет, в принципе, даже очень ничего. Ну а тут без комментариев, просто мина. И название говорит само за себя. Ну а тут нам выпадает визитка. Визитка ничего, но такое ощущение, как будто она пытается пальцы в рот засунуть. Непонятно, правда, для чего. Ну а тут нам выпадает монета. Это, наверное, типа из сериала Ведьмака, да? Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Да, петь я не умею, ну ладно. И выпадает нам рюкзак. Ну, в школе, я думаю, у нас такие девчонки как раз таки носили. В принципе, им нравился. Ну, думаю, девчонкам он и сейчас понравится. Ну и наконец нам выпадает этот скин Ю Джин. Не знаю, как по-китайски произносится, ну ладно. Ну и осталось у нас два прокрута. Кому нужен маг, я думаю, стоит прокрутить дальше. И еще небольшой конкурс на 500 рублей вам на карту. За лучшее убийство гранатой на запись вы получите 500 рублей. Сделайте это на запись и пришлите в моем телеграм-канале. На телеграм ссылка будет под видео. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись. С вами был Зуха. Всем пока.